Здравствуйте, Артём. Это видео про переделанный под Nikon Helios 77 M4. Переделка закончилась. Байонет заменен. Причем это абсолютно обратимый процесс. Можно выкрутить винты, убрать выточенные мной металлические прокладки и поставить на место родное крепление SM42. Вот. Есть небольшая особенность в работе диафрагмы. Как видите, диафрагма открывается и закрывается. Но когда нужно закрыть ее на полное значение 16, нужно немножечко или более-менее резко это сделать. Вот. Или чуть-чуть подождать. Это чтобы не ломать конструкцию объектива. Там пружинка срабатывает немножечко медленнее, когда она имеет такие вот особенности. Ну, в принципе, этот объектив используется чаще всего на открытом значении для портретов, поэтому очень часто, я думаю, что не нужно будет закрывать диафрагму на полное значение. Вот, сейчас я продемонстрирую, как запрограммирован одуванчик и его работоспособность. Как видите, шкала объектива находится в правильном положении. Фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 1,8 до 16. Фокусировка, как я и говорил, приблизительно максимальное расстояние будет где-то метров 12. Но этого вполне достаточно, вот, потому что, чтобы сделать фокусировку в упор на бесконечность, это уже нужно изменять немножечко механически рабочий отрезок, то есть вытачивать внутренний линзоблок, и, соответственно, схема объектива от этого пострадает. Как видите, косметическое состояние объектива хорошее. Кольцо фокусировки двигается, крутится мягко. Вот, как я и говорил, внутренняя линза немножечко потерта, но это не имеет никакого значения для получаемых снимков. Так что, если вас все устраивает, можете написать мне в ответном письме, и я вам дам номер карточки, и сегодня же смогу отправить. Спасибо за внимание.